Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 17 апреля. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Если у вас есть аквариумные рыбки, понаблюдайте за ними. Если они часто выпрыгивают из воды и захватывают воздух, к скорой перемене погоды. Коль утренняя заря встречает вас золотистым цветом, готовьтесь к ветру. А какая же погода ждет нас завтра, 17 апреля? Сейчас я вам об этом поведаю. В поселке Воля Новоусманского района Воронежской области воздух прогреется до 11 градусов. Пасмурная погода там надолго. Главное, что холодов не будет. Это ведь уже хорошо, правда? В селе Вольное Харабалинского района Астраханской области аж плюс 19. Вот это погода! Почти лето. У сельчан есть неделька насладиться благодатной погодой. А там синоптики прогнозируют дожди. В поселке Волот Волотовского района Новгородской области плюс 8 и дождь. От него местным придется прятаться аж до конца месяца. А в некоторые дни к нему еще добавится снежок. На хуторе Волошино Родионово-Несвитайского района Ростовской области плюс 15. Такое тепло там стоит уже давно. Только вот послезавтра к нему присоединится дождик. Кстати, продолжительный. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!